Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым. И сегодня я хочу вам рассказать в Крыму об одной грандиозной стройке. Идет обустройство громаднейшего крымского водопровода в восточной его части. Где-то обустройство, а где-то строительство. Полетели! Такую грандиозную стройку приятно смотреть. Близится к завершению строительство системы водоснабжения Восточного Крыма. Это поистине гигантский водопровод. Стоимость проекта почти 20 миллиардов рублей. Мы с вами видим строительство магистральных водоводов в районе Феодосии. Общая протяженность магистрали до Керчи и Феодосии составляет 165 километров. Представляете? Также строятся насосные станции, их очень много. Масштабы работ впечатляют. Масштабы работ впечатляют и на самом деле сравнимы со строительством как энергомоста, трассы Таврида, так и аэропорта и моста через Керченский пролив. К 2022 году, когда планируется завершение масштабного строительства, вода в Керчь, Феодосию и населенные пункты Ленинского района будет поступать, минуя Северо-Крымский канал. А кто еще сомневается, что Россия может сегодня реализовывать столь масштабные проекты? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну что, друзья, я надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал Капитан Крым. Всем пока и до скорых встреч!